Всем привет, мои хорошие. Я не знаю, что это будет, потому что я заказала доставку из Йоби да Йоби. Да. Давайте ее откроем. Во-первых, сначала мы все откроем. Я вам все покажу. Детка. Круто. Слушайте. Если честно, я вообще... Я вообще не ставлю на эти роллы, что они будут вкусные. Заказала, знаете, у меня давным-давно не было именно горячих, таких сочных, знаете, рольчиков. Такой, что прямо жир с них тек. Сет этот называется... Кунили, лайк. Такое вот. Слушайте, ну, рольчиков достаточно много. Они, в принципе, неплохи, вроде как, на первый взгляд. Короче, по обыкновению. Сейчас я все расставляю и возвращаюсь к вам. Ребят, ну вот, просто посмотрите на это. Я думаю, комментарий излишний, да? Посмотрите на эти роллы, это просто полный трэш, если честно. Я не знаю, я их еще не пробовала. Ну, просто посмотрите, я сейчас не буду пока на себя делать фокус. Это трэшак. Мяу-мяу. Слушайте, знаете, я вот думала, ну, возможно, да, у них там какой-то бог маркетинга, ну, сделал это название Йоби да Йоби, и... Может быть, у них реально вкусно, да, что название не всегда отражает суть. Но тут я еще не пробовала, ребят, но это похоже, как будто бы мы взяли набор под пиво. Типа, знаете, формат там гренки ржаные. Вот это вот напоминает этот сет очень сильно, такой набор под пиво. Я не знаю, почему, как, но вот так. Ладно, давайте я сделаю фокус в серединку стола. Сажусь к вам поближе. Ребят, я, кстати, сделала себе зуб. Да. Это надо, кстати, на отдельное видео. Скажите, вам вообще это интересно? Про мой зуб. Поставила короночку, поставила за 1 000 000 рублей, считай. Ладно, давайте попробуем вот самый вот этот красивый ролл. Посмотрите, у меня на самом деле слюни текут. Это все пахнет, да, это все так жирненько, но... Я не люблю ролл с курицей. Конкретно этот ролл с курицей. Ну, вроде ничего. Знаете, для ролла с курицей ничего. Вот это что за недоразумение? Знаете, я не люблю, когда в роллах такой розовый цвет. Это похоже на икру ментая. Это вообще с чем? Это вообще безвкусный. Тут типа 2 килограмма суш, роллов. Короче, у них сеты все по 2000 где-то. Нет, от 1000 до... 2000. Еще у них есть линейка премиум. Вот я думаю, линейка премиум у них съедобная, потому что она стоит дорого. Там каждый ролл по 1000 рублей. Йоби да Йоби, сделайте что-то среднее. Слушайте, чавкает собака. Такой ролл. Тоже просто с имбирем или ананасом. Смотрите.
Нет слов. Пробуем этот. Жалко денег. Ладно. В любом случае будем есть. Короче, йоби-да-йоби, вы поняли. Наверное, их премиум линейка хороша. Вот эта линейка очень... Знаете, по пятибалльной шкале, наверное, это 2 из 5. Испекся хлеб. Нормально, съедобно, но... Вот все, что я могу сказать. Короче. Сделаем внизу вчера. На самом деле, с одной коронкой я возилась достаточно долго. Кто подписан на меня в Телеграме, знает. Я там выкладываю кружочки, что вообще происходит в моей жизни. И про вот эту вот больницу, про всю эту тему я выкладывала уже. У меня был какой вариант? Вариантов было немного, целых два. Либо делать этот зуб. Там, знаете, у меня была старая пломба, которую я делала лет, наверное, в 10, и она уже вся рассохлась. Там уже под ней жизнь началась. И мне надо было в срочном порядке ее менять. А так как в зубе удален нерв, вариантов было два. Либо мы полностью этот зуб убираем и ставим этот, искусственный зуб. Либо мы делаем чарлика. Либо мы делаем пломбу и сверху коронку. Либо можно сделать просто пломбу, но она может вылететь. И, после пломбы, наверное, точно придется делать протез. Ну, я решила, конечно же, пойти по правильному варианту и стал ездить в стоматологию. Вы слышите это? Получается, я изначально очень боялась идти к стоматологу. Ребят, по итогу, реально мне так хорошо сделали. Я теперь не боюсь ходить к стоматологам. И знаете, они там, перед тем, как уколоть в десну, они прикладывают заморозку точечную, представляете? Вот, и... И укол вообще не болезненный. Даже не знаю, какую съесть. Да уж. А есть-то хочется. Получается, что тебе анестезию вообще не больно. Вообще ты не чувствуешь, как тебе укол делают. И все. Если, допустим, вы хотите так же, я просто стала спрашивать у знакомых, делали ли им так. Прикладывается сначала место,
замораживали, а потом уже делали укол. И мне многие сказали, что нет, им так не делали. Но сделать это очень просто. Просто попросите врача приложить вот эту точечную заморозку. У них это всегда есть, потому что я помню, когда я была ребенком, мне, ну, с такой заморозкой выдергивали зуб молочный. Поэтому я не понимаю, почему мне раньше так не делали, да, всегда кололи эти уколы на живую. Но это неприятно, реально, когда вот этот укол. Это вообще самое неприятное, что есть сейчас у стоматолога, это вот этот первый укол. Пошел все. Сейчас я отсюда заберу. По итогу. Зуб мне вылечили, вылечили хорошо. Еще прикол. Мне же вот в той клинике, где изначально лечилась, мне выкатили большой ценник. Типа за коронку, просто чтобы поставить коронку уже на пролеченный зуб. Они запросили у меня 60 тысяч. И я говорю, 60 тысяч это типа очень много. Я не буду вас делать. И пошла я по всяким клиникам ходить. Искать, где подешевле. По итогу, ребят. Чарлик, пожалуйста, иди спи. Пахнут эти роллы. Видите, как Чарлик не может? Дай мне, дай. Чар, нет. Короче, пошла я ходить по клиникам. Пришла в одну клинику. А мне там, знаете, что врач говорит? У вас все зубы в пломбах. Ребят, если вы понимаете, у меня всего две пломбы во рту было. Сейчас одна осталась. Я говорю, чего? Говорю, у меня всего две пломбы. Он мне стал какую-то херню говорить вообще полную. Я ушла. Пошла во вторую. Мне там говорят тоже 60. Я думаю, ай, пизда. Пошла я туда, где была изначально, где лечила свой зуб. И вот мне там поставили. Ну, реально, клиника супер, врачи хорошие. Но 60 тысяч как с куста. Так вот, это считай. Коронка, мне кажется, это как винир, да? У меня уже есть один винир. Она поставила себе виниры. А чё? Кто понимает, коронка это как винир или нет? Скажите мне. Так, ну чё? Роллы вкусные, невкусные, заходят, залетают, да? Ну что это за роллы? Ребят, я знаю, вы не за роллов зашли. Вы зашли ко мне, да, в гости? Ну вообще, у них прикольное название сетов. Даже можем почитать название их сетов. Дайсан, Сикуяма, Чпоки, Чпоки, Кунили наш. 1900 стоит. 1860 рублей. И как вам? Ну, роллов-то много. Ну, блин, честно, лучше заказать за эти деньги сет поменьше, но повкуснее. Моси-моси, вахуяхи, сасаки, эбисуёби. У них любимая буква Ё, да, по-моему? Ну, горячий секрет. Сисяки. Ну, поняли, да? Детский сад, короче, развели. Вот, вот и все. А так, вот честно, это роллы, знаете, вот похожие вот, роллы супермаркета.
Нет, не так. Знаете, бывают в супермаркетах, ну, такие ларёчки с роллами. Вот это они. Хотя, ну, можно сделать дешевенькие, но более-менее. Видите? Он как сухарик. Ну, жрать хочу. Ребят, знаете, что еще? Прошли все праздники. И знаете, что скажу? Я презираю все праздники. Кроме дня рождения. Все вот эти вот женский день. Тра-та-та. Я не люблю. Честно. Я не люблю, когда натянутый праздник. Я вообще так хочу. Чтобы у меня каждый день был праздник. Не надо мне этих праздников по праздникам. Это не актуально. Обкапалась. Тут, знаете, в чем прикол? Вы сейчас оборжетесь. Тут ни в одном роли. Ну, только сейчас понял. Тут ни в одном роли нет лосося. Вообще ни в одном. Одни крабовые палочки, курица и все. Даже вот не... Прикиньте. Это что вообще такое? Тут вы смотрите, чуть-чуть. Один ролл с лососем из всего сета. Вы издеваетесь? Честно, помните? Я говорила два с натяжечкой на три. Ребят, нет. Это просто два. Это кол. Честно. Но зачем делать такие цены низкие, если вы не можете сделать нормально? Цена на самом деле у них не прям что супер низкая. Потому что есть мой любимый, так сказать, забегаловка сушная. Это суши стор. Они реально хороши. Они делают вкусно. И у них сет 24 штучки. У них роллы маленькие такие, но они реально вкусные. Стоит 800 рублей. 24 штучки. 800 запеченных. 800 рублей вот с этих такой запеченных роллов. Там, по-моему, у них идет то ли 3 разных, то ли 4 вкуса. Ну, сколько 24? 3 ролла, да? Но они вкусные. Они, вот и считайте, как бы, там они реально вкусно делают, они стараются, ребята, там, правда, ну, реально вкусные. Вот вы попробуйте, вы поймете, что такое суши-стор. Но вот это, я говорю, дешево и вкусно, но вот это не стоит тех денег, вот, за которые я заплатил за это. Ну, или вы сразу пишите, что невкусно. Или сет без рыбы, да? Блин, ребят, ёби-да-ёби не рекомендую. Ну, это понятно, слушайте, я на самом деле купилась на этот маркетинг. Думаю, ой, а вдруг? Я знала, что так будет. Не хочу больше вам рассказать по поводу своего гастрита. Не хочу. Не под ролл, знаете? Тут такая еда. Какой гастрит? Тут обострение гастрита с такой едой. Ну, не знаю. Давайте еще один съедим и все. И пошла я.
А знаете, еще кладут? Тут красный имбирь. Я не люблю красный имбирь, я люблю белый имбирь. Не знаю, конечно, кто у них заказывает. Но мне кажется, действительно хорошие роллы у них, которые премиум. Эта линейка ужасна. Ребят, ну что, поели? Килограммчик-то мы съели. Норм. 2 из 5. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Ставь лайк, подписывайся. Если вдруг ты еще не подписался на мой телеграм и на мой ин, все это будет, знаете где, вот тут. А я побежала. Все, пойду посмотрю сериал. Кстати, мой любимый сериал, сериал Ю. Ну что, мои хорошки, не хочется с вами расставаться так, правда, правда. Целую, обнимаю. Всех хорошего. Всех целую, обнимаю и всем пока. Всем целую, обнимаю и всем пока.